Акция «Подарок защитнику Отечества», организованная главой республики Артуром Парфенчиковым, завершилась. В ней приняли участие и наши коллеги, сотрудники региональных СМИ и члены Союза журналистов Карелии. Редакции нескольких карельских СМИ, в том числе и нашего телеканала, собрали для бойцов посылки, в которые вошли вещи первой необходимости, теплая одежда и сладости, а также книги и газеты со свежими новостями республики, чтобы наши земляки были в курсе последних событий региона. И, например, те, кто из Беломорска служат там, они читают новости Беломорска, из Костомуши, костомурские новости. И я хотел бы сказать спасибо большое тем журналистам, которые в канун 23 февраля поддержали вот эту акцию. Мы хотим, чтобы ребята знали, что мы о них помним, мы в них верим, и мы ждем их всех с победой домой. Очень приятно, что редакции очень быстро откликнулись, молниеносно собрали все, что необходимо. Там и предметы гигиены, носки, теплые вещи, фонарики, батарейки. То есть все, что необходимо в быту вот, в тяжелых и непростых походных условиях. Сборным пунктом посылок стала мэрия Петрозаводска. Там же все собранное сортируют по коробкам. Каждый боец получит свой индивидуальный подарок. В зону СВО они отправляются 19 февраля.